Снятие блокады Ленинграда началось 27 января, но здесь уже у нас февраль, но и мы как продолжили. Ну, это, скорее всего, бои по Старой Руссе уже. Считается, что бои за Ленинград – это заключительная стадия уже ленинградского наступления этого всего. 3 фронта работало в то время. Зачем нам это нужно? Значит, мы мотаемся по всей России, то есть ездим, берем патроны, покупаем форму аутичную, антуражную. То есть, не знаю, это, наверное, хобби, это, наверное, в крови, наверное, в генах, ну, скорее всего, в крови. Ну, дед у меня вот воевал, второй дед тоже воевал. И как бы восполняем историческую память, наверное, вот, чтобы все было правильно, все было как тогда. Ну, обмундирование у нас аутичное того времени. Ну, здесь не пошьешь, материала такого нету, чтобы пошить такой материал. У нас, серьезно говоря, вот самая такая основная база, где мы закупаемся, это Шустер, это Белоруссия. Она там, девушка шьет, там они шьют все по тому временам, все, у них все одежда, все у них того времени. А остальное мы все насобираем на просторах интернета и вообще в жизни.